Ребята, всем привет. Выехали сегодня по ловить щучку. А этот водоем, где в прошлый раз ловили, неплохо разловились. Смотри, как классно. Начну ловить с такой уточки. Проверим, как она по щуке будет. Такие активные лапки у нее. Покупал в Алиэкспрессе. Есть? Иду, иду, секундочку. Ой. Все, Паша. Спеши, не спеши. Я кинула прямо в кучу, поняла кучу. Я Паша. Ну, звать с самого утра уже начал брать. Примерно грамм 900. Ну, прикольно. Съедобный, для першого нормально. Да, съедобный вариантик. Так, а ну я сейчас под то дерево. Ага. Клевый. Да, волна хорошо малька пошла. Что ты, Паша, спеймал за кинчик хвоста по нам? Не той стороной, Паша, он клюет. Да. С мастера поставил. А, Илька, молодец, молодец. Фракциончик подзатяни чуть-чуть. Не могу, я тормаю. Сейчас бегом вымотаю. Ну давай, иди сюда. Ну покажи их, хотя. Красота. Спеши, спеши. Куда, куда? Ох-ох-ох. Ну, лучше тримай. Еще одна киношка. Только к нам подбор, да? Да, нормальный подбор. Юля уже две взяла, я пока ноль. Ушло. А что она ушла? А я откуда знаю? Ты ж начал питаться. Мам, побусить, пожалуйста. Что-то небольшое. Ну, есть. Нуркович. Или окунь. Окунь. Мама, это вообще-то плитка дует. Жопковая плитка. А и кусала. Не плитка, красноперка. Давай маме. Кину сейчас. Зловите? Да я ж тобі що. Ой, божечки. Та що ж таке? Ти що зловив? Вон така шутка. Не спеши, не спеши.
Вот, это уже нормально. Кило 200, ага. Думаю. Кидай на кончик. Під бережком взяла. Ну, бач, може прислідувала. Все. Зубатая. Вот и Паша разловился. Давай-ка. Нормально, нормально. Да, вам все ел. Ого, нормально, да? Спеши, не спеши, я тоже свечу, как даст. Что? Килошница. Кило 100. Не, ну я сегодня вообще. Да, отрыв по полной. Да-да. Это вообще первая рыбалка в жизни, да? Так что подрываемся капитально. Тихо, тут еще ножица ловит. Кушка. Окуньок який. Непонятно. Да, что-то есть. Непонятно, на щуку не похоже. Что за ерунда? Ого. О-о-о. Ушла. Она ушла. Да. Килошница. Ладно. Пусть живет. Нет. Ты чё? Наверное, чёвочка клюнула. Окунёк, наверное. Угу. Повисло что-то хорошенькое. Блин, хороший. Да, тут уже, наверное, полторашка. Ага. Хороша. Зазобли. Прям ее руками. Я в болоте вся, Паша. Полторашка. Или кило 300 примерно. Не знаю. Уже кукан закончился. Место в кукане. Юль, дай, пожалуйста, инструмент. Ай, не кусайся. Капец, извозюкались. Боже, какие ты. Так, уже ближе время к обеду, будем закругляться. Так, что у нас там по улову? Капец, букетик. Даже я сразу ваш. Мы. Да, мы не молодцы. Ребята, разрядилась батарейка. В дома точно вешу, скажу. Весы не работают. 6,5.
Надеюсь, ребята, видео понравилось. Спасибо большое всем за просмотр. Всем пока.